О проделанной работе сегодня отчитались руководители нескольких подразделений Управления внутренних дел Сочи. В ночь перед 1 сентября мы планируем уже взять под охрану 71 школу, то есть 100%. В ночное время проведем кинологическое обследование с участием кинологов. Те школы, где были проведены капитальные ремонты, а их 8 у нас, проведем, значит, обследование с привлечением инженеров-саперов. Обследованы и подъезды к школам и детсадам. Там обновляют разметку и проверяют работу светофоров. Выявлена масса недостатков. 89 в содержании проезжей части технических средств. Выдано 2 предписания на устранение недостатков. И до 30 августа должны быть они устранены. И проведем мы День знаний уже без нарушений. Также с 28 августа стартовал 4-й этап противонаркотической операции «МАК-2018». Он продлится до 9 сентября. В сам же День знаний маршруты патрульно-постовой службы максимально приблизят к учреждениям образования.